Ну вот, видим статьи в газете. Тело нашли, скорее всего, по наводке. Подробности с места поиска Влада Бахова. Ну, в общем-то, нашли там, где я и говорила. Вода, топкое место. И опять же нашли после того, когда я сдала два резонансных видео. И объяснила, где что находится. Конечно, я не называла именно точку, где он находится. Но, конечно же, в первую очередь обыскали реку. Это естественно. Тем более, там была не река, а растительный канал около реки. И получается, значит, так. Еще хочу сказать, что я не устану это повторять, что его никто не убивал. На это место он пришел сам. Конечно, будем ждать и экспертизу, будем ждать и все вот эти, что там, в общем-то, нам скажут с расследования. Но хочу еще предупредить людей. Пожалуйста, больше меня в подобное не втягивайте. Меня после вот этих вот двух видео колбасило, блин, 3 дня. Мне вот это не надо. Это касается моей работы, и это очень сильно отражается на мою работу. Поэтому больше никаких поисков я вести не буду.